Она, любая деятельность, которую вы осуществляете, она это деятельность с людьми, для людей. Вот. И как можно этого не понимать, как бы сказать, не понимать человеческую природу и механику и потребности, и пытаться и думать, что вы сможете эффективно работать с бизнесом. Я вот сколько раз консультировал по поводу корпоративных культур, по поводу мотивации там, и так далее. И вот вопрос, значит, а вот как нам ценности корпоративной культуры донести до людей? Это же вопрос психологический. Вот нам что сделать? Это нужно понимать, с какими мозгами вы разговариваете. Нужно понимать, на какие струны души вы можете воздействовать для того, чтобы человек вовлекся и услышал эти ценности, чтобы они как бы стали его частью. Вот. То же самое касается продукта и потребителя. Очень важно, чтобы вы понимали, что для потребителя является его потребностями, как они складываются в мотивации там, и так далее. Мы все время думаем, что мы с реальными обстоятельствами имеем дело. Но на самом деле мы имеем дело с моделями, мозг как устроен. И надо понимать, во-первых, особенности построения модели мира вами, то, как сотрудники, и то, как это делают клиенты, то, как это делают ваши партнеры. И научиться так моделировать ситуацию, чтобы попадать в нужные места, когда вы решаете сдвинуться из точки А в точку Б. Значит, кроме того, здесь очень важные механизмы работы мозга как такового, потому что у нас есть механизмы динамического стереотипа, доминанты. Вы, например, хотите провести инновацию. Значит, вы столкнетесь с невероятным сопротивлением со стороны ваших сотрудников, потому что есть принцип динамической стереотипии, и наш мозг стремится все время воспроизводить прежние стереотипы действий. А когда задача становится нетривиальной, то сотрудники испытывают стресс и начинают ее саботировать. Дальше, конечно, нужно понимать, какими потребностями мы движимы, да? То есть что лежит в основе наших действий, ради чего мы все делаем. Вот бизнес, это же очень важно понимать. Вот деньги, например. Самые какие проблемные, ну, такие психологически неприятные ситуации. Когда вам нужно, например, с партнерами решать вопрос о разделении прибыли, кто кому сколько должен, кто чего вложил там и так далее. Когда вам нужно брать кредиты, и вы думаете о процентах, которые вам нужно возвращать. Когда сотрудник приходит и говорит, что он хочет повышения заработной платы, или вы сами сотрудник, там, руководитель какого-то подразделения, вы хотите получить повышение заработной платы, это для вас стресс. Вот. Почему? Потому что вопрос связан с деньгами. А у денег есть четкие такие нейрофизиологические факторы, которые приводят нас в состояние чувства боли, дискомфорта и так далее. Я про это рассказываю для того, чтобы у вас был инструмент, для того, чтобы предупреждать эти иррациональные реакции, какие когнитивные искажения таким образом провоцируются.